Я один здесь, мне неудобно так. Ну вот я вывожу курсором, а это сидит, сторожит, куда я поведу. Ну, я левой рукой веду. Как она, смотри, как она головой-то. Теперь я сюда веду. О. Ну, то есть настоящий компьютерщик. Это Паля. Паля, вот она как. Я веду курсор, смотри. Поймать. Ох и мышатница. Да то вот кошка растет. Она уже почти как кошка. Смотри, какая. Вот ей уже сегодня 17 дней за полгода зашло. На 7-й месяц от рождения. У меня голуби, я выпускаю их, они летают, а кошки заперты утром. А потом часов 2-3 кошек опять запираю в подпол, хотя и холодновато там, а голубей выпускаю. Ну, несовместимость у них, потому что старшая сразу поймает. Вот так. Вон там она смотрит, вот она. Ну, видно, что она именно за курсором идет. И, между прочим, у меня и белая была такая же. Можно руководить кошкой. Ну-ка, давай-ка. Ну, видно, что это за курсором она смотрит. За стрелочкой за этой, за белой. И мало того, не вытерпит, когда кверху пойдет. Старается лапой взять. Паля, Паля, что ты там смотришь? Боится упустить, поймать. Ее не поймаешь. Это все такое здесь, не настоящее. Тут другая мышка-то это делает, бегает-то. Курсор делает мышка. Мышку-то она поймала бы. Вот эту мышку она поймать не может, конечно. Да и не мышку-то ловит, а производная от мышки. Так сказать, с чем даже сравнить? Кончик хвоста мышки или как? Ну все. Принесли буску. Я ее превращаю в неделю хотя бы день, чтобы жила вместе. А Паля хочет мне и боится. А то я дал икры рыбей. Давай, ешь, ешь, ешь. Вот увидала. А та тоже ее боится, издалека не прыгает. Тут бояться-то некого. А эта согнулась, окажется большой. А эту свизла мало. Котика ищет. Она не виновата. Это рыжая, рыжая, но хорошо. Принюхивается. Кота ищет. Ничего нельзя сделать. Еще пройдет время, пройдет. Она не виновата. В нее так заложено, Господь заложил. И она везде трется, запах оставляет свой. Ну еще ты, а? Ну, вот она как, да, натирает щеками везде. Щечками. Это вот когда кошка тичкует, как называют. Вот она вся изломалась. Замуж охота. Уж замуж не втерпешь. Ну-ка, какие-то половичок выхлопал. Вот принес сюда. Как головой щеками трет, там особо видно у ней запашистая, натирает, как женщина за ушами. Привыкли куда? За ушами. Меньше всего и стирается, сохраняется. Так.
Потом это убрать можно будет. Подальше отодвинь чуть-чуть. Не под банки, рядом. Вот это вот. Давай, подожди, давай сюда. Вот так. Еще. Вот туда теперь стряхнуть. Туда куда-то подальше убери, да и все. Бедная мучается как. Уже она, наверное, дня три бьется. Еще пройдет. А то делать кошку надо. Что-то сделать, чтобы она не искала, а то плохо. Это у ней дурной характер делается. Ну, как вот долго замуж не выйдет, бывает. И в мигеру превращается буквально. Мужа ненавистная такая. Но мужики ее почему-то презрели. Это на улице. Ну, видимо, боялись. Это на улице, вот не выхожу, погода сегодня 34 градуса утром, подскочила. Вот они тут у нас какие, все рыжая моя хорошая кошка, она мать этим двоим. От Надежды Васильевны принесли буску, вот она сидит, дал ей икру, не съела. Икра, это, селедки. А это как уперлась на нее, так и смотрит. Глазенки выставила. Видишь, она, парень интересуется. Ей через неделю будет 7 месяцев, парень. Она уже с кошку выросла большая. А там на нее уставилась тоже, не знает, что за фокус. А внизу вот это вот, внизу, тут голуби сидят у меня. Скоро начнут они нестись. А там едва живые от мороза. А этим нужды нету. Дикарям повезло. Ты, Никита, идешь на работу сегодня? Хорошо. Да, иду. Да. А куда? К Дыбунову? Да. Вот так. По морозу. Не босиком. Так, ты за этим наблюдаешь, чтобы туда не прошла кошка? Видишь, какие дыры туда? Да. Мешками, вон мешок какой около дверей стоит. Как угодно сейчас запечатай, чтобы буска не могла туда пройти. Они под кроватью могут там следы оставлять. За этим все время следи. Представляешь, что ты кошка, как бы ты залезла, в каком месте. Вон там под это, внизу справа, там вполне можно пролезть. А ты справа мешок возьми, вон тот, с чем-то заставить. Это она проскочит, продавит, продавит. Где у тебя там? Им даже нужды нету. Это надо крепко затыкать. У нас есть куда пускать их. Вот ничего они не делают пока. И то показать интересно. Буска оттуда вылезла. Ух, какой прыжок. Она длинная. А это играет, без, за ней поиграть охота, а та боится, думает, что это опасность какая-то. Что она думает? Самый мягкий характер вот у этой вот пали. Очень нежная. И самая агрессивная из всех это буска. Вот она сидит, какая длинная такая. Бегает очень быстро. Никита готовится на работу. У Дыбунова что-то там по картам. Иконы закрыл, голуби летят туда, садятся, а так они туда не попадают.
крадется боска, это копали. Ага, раз ее боска палю. Это хотела все лечь. Это динамики стоят здесь, колонки. Я шкуркой прикрыл, привязал. А сегодня привезли, принесли да, от Надежды Васильевны боска моей кошки. А это сидит рядом. Это паля. А тут сверху у меня ящик над клавиатурой. И вот она решила сюда подойти. А та смотрит внимательно, не дает ей ходу. Держит ее на расстоянии. Испугалась, сама боится. Че, буса? И вот отсюда она наблюдает воробьев. Шторку трогает, они не улетают, воробьи. Почему? Застывшая там. Застывшая окошко-то. И тень-то отображается воробьиная-то. А они не видят, что шторка колышется. А раньше была шторка чуть-чуть колыхнется, воробьев как не было, как сдуло их отсюда. То есть они тоже за жизнь свою борются. Вот это свое дело сделала, побыла, ничего не получилось. А это медленно-медленно крадется. Залезьте надо, залезьте на это. Ишь, той нету. С какой осторожностью идет. И вот нет у них дружбы между собой. А она та старшая сестра, а это очень нежная такая. Ну, это такая вот. Это уже отошла, еще теперь. Гнать она оттуда ее не будет бежать. Нет. Так, когда белая была больная, это покусанная хаской, это вот белая подойдет и по ней перед мордой-то внизу головы пролазит, и все. А та не может ничего сделать, отворачивается, только она раз все по морде. Вот это вот самая агрессивная, вот она. Теперь тоже опасается. Видишь, заопасалась, пали, села рядом под фонариком. Вот опасается. А эта села и надулась. Ну, свет оттуда падает, плохо освещение. Понятно. Друг на друга смотрят наготове. А чтобы вот это сидело, а это бросилось на нее. Так нет, она как-то крадется к ней, та замещает. И... Ну, одинаково накормленный. Биться-то не за что. Вот она как. Даже в животном мире вот и все что-то делят, все не хватает. Свой Донбасс, свой Крым у каждого. И надо... Никто не голосует, она сама полновластная решает, что ей дальше делать. Так. Вот, сюда подойду. Володя пошел топить в храме. Топить, я говорю, подложить. Рыжая! Рыжая! Покажи голову-то. Вот она где. Она что-то заженихалась тут. И... Только сел. Вот она подошла, красавица моя. На пюпитр легла. Ей все позволено. Она маленькая. 30 января будет только 7 месяцев. Вот легла и лежит. Вот что, и хвостик откинула. О, что-то за, где-то что-то зашевелились голуби, видать. Паля, ну что ты такая, а? Ну-ка, поглади, поглади тебя. Ну-ка, Паля, ну-ка. Всем на трубу уже, так что. Вот я и пришел, шубинку-то тут. У меня разогревается суп. На динамике-то поставил, на колонке-то, и она на них лежит. Это колонки. Пришил, чтобы не падала эта шкурка-то, и любит спать. Начал. Вот пытается найти выход. Как слезть с третьего этажа. Лестницу боком поставил, попробовала, не получается, она очень... Скользкая, твердая, и когти ни туда не заходят. И не прыгает высоко. Смотрит на часы, наверх, на трубу железную. Начинает думать. Куда-то спряталась.
Вот она где пошла. Как именно слазить? Вот какое у нее развитие ума. Тут лампа горит, далековато, да и еще она не даст. Еще попытку сделает там слезть. По старому пути эту в отверстие туда не пошла. Там темно. Вот она пытается. А лестница вот стоит боком. Так можно даже заметить, как она. Так, решила здесь слазить. Вот какая. Да это я прямо поставил. Она ее освоила за день. А теперь что? Вот на второй этаж спустилась. А со второго это она просто прыгает и все. Опять на лестницу решила. Нет, не получается. Все. Приземлилась и сразу за карандаши. О, карандаш загнала под бумажку. Что она будет делать? Достать надо. Ох, обезьяна. Пошла хозяйничать. Я встал, освободил ей место. Пошла голубей проверять. Это золото, а не кошка. Она из золотого свеса такого. Вот она где-то. Мохнашечка маленькую дали ей. Она ей играет. Лоскуток от шубы. Лестница боком стоит. Она ей трудной показалась. Это у меня дети просят снимать. Они видели, как она родилась. Махонькая была. Вот она на ковре. Эту мохнашку. Лижет ее. Лижет, чтобы чистая была игрушка. Я переступил ногами. Внимание. Мышки нет. Уж она играет, 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 играет с этой мышкой. Валенок уронит и в него залазит. Все, пошла к тарелке своей. Там у нее ресторан. Он взял лестницу, повернул совсем по-другому. Чтобы она не лазила туда. Она по ней слезает быстро. Я не успеваю ее спрятать. Вот она где. Как она будет слазить? Он сейчас соображает. Вот интеллект какой. Так. Она неровная совсем. Ребром поставила лестницу.
и забросил ее на третий этаж, чтобы она не мешала мне тут. А ей надо слезть. Вот она сейчас ее начинает первый раз. Вот только 5 минут назад я лестницу поставил. Все, пробует ее, смотрит. Оп, чуть не упала. А так-то она обычно вот так вот проходит. И вон там вот отверстие для того, чтобы тепло проходило с той стороны. Я положил портянку, чтобы она засыплялась. Она прыгает туда, едва пролазит. Но пролазит, а кирпич вышел, чтобы поверху тепло было. Ну вот, теперь она пошла. Тут книги лежат, он самый верх, потолок. Там едва видать ее. Это палево у меня за телефоном. Лестовку щетки вытаскивает и уносит. А потом лезет вот тут везде все. Нельзя, говорю, трогать. Нельзя, не понимаешь? Но она меня отбивает. Берет вот эти, тащит, вот, видишь, карандаши, ручки. Нельзя, нельзя. Еще творит. Она такая баловная, невозможно. Аж опять карандаши. Ну-ка, карандаши-то не бери. Нельзя, говорю. Она у меня лапой отбивает. И что делает? Нельзя вот это вот. Вот лежат карандаши, не трогай их. Я ручки найти не могу. Катает, катает, под пол закатит. Чухче. О, легла на телефон. Кто-то позвонил бы, чтобы соскочила. 24-38-46. Нельзя грызти. Фу. Он что делает? Смотри. Грызет ручку. Прямо на полном серьезе. Все карандаши сгрызла. Ну, ручка-то такая, она как целлофановая, целлулоидная. А что-то, ну. Зубки-то поломаешь. Гнал, гнал ее. А бесполезно. Натрыженная такая, все по-своему делает. Не отучить. Сразу не настал учить, а сейчас уже... Вот все, уже, она уже взрослая. Вот через 3 дня будет 7 месяцев ей. Перестанись. Нельзя. Нельзя. Зажмурилась. Ну-ка, не трожь. Грызет и все. Паля. Паля. Нельзя. Отвлечь как-то бы ее. Ну что? Все грызет. Как сухари. Лапы как возьмет и вот здесь не вытащишь. Нельзя грызти. Нельзя, говорю. Вот мой карандаш подцепила. Паля, нельзя. Шариковая порода. Натрежная такая. А ручку грызет и все. Ну ладно. Вот теперь я тут по утрам работаю по нашим ресурсам. Вот мой мир. Ну, мой мир — это дальше форум. Вот за прошедший день, что тут у нас было, сколько пришло. Ну, из 300 не вылазит. Так, 410.
410. Вот она, 410. Ну, это ничего не знаешь. В день на форуме. А вот на канале тут подвижка. Подписчиков сейчас вот 13 тысяч. Много подписчиков. Вот только было 9, уже 12. И тут было 10 миллионов, сейчас 12. Вот тут как-то больше. Это кто стучит так? Голуби? А это повалилось, считай, на бок мою. Постой-ка. Нельзя, говорю. Нельзя. Она меня кусать начинает. Уйди, Паля. Уходи. Уходи, говорю. Уходи тут. Легла на телефон-то. Да пошел ты. Это как в цирке шариков-то. Щелкает и бросает шелуху. А там Барманталь пытается ему толкнуть локтем. Он да бросит, так сказать, условности все. Это вот тоже ничего не признает. Вот такое племя растет. Ну, вот такое дело. Ну, наше. По сути, Библия. Все, пока.